Удобное расположение, хорошие условия и полный спектр услуг для получения жилищного кредита. Теперь это все доступно не только тем, кто живет в центре Владивостока. В Первомайском районе города появился свой офис ипотечного кредитования от Сбербанка. Открытие этого подразделения по работе с ипотечным кредитованием обусловлено реалиями рынка и желанием наших клиентов. То есть на сегодняшний момент два остальных центра ипотечного кредитования находятся на той стороне бухты Золотой Рог, на этой стороне нам нужно было что-то делать, клиентам это выгодно и интересно. В новом офисе есть все необходимые услуги, начиная с ведения сделок и работы с партнерами Сбербанка и заканчивая электронной регистрацией и сервисом безопасных расчетов. Также можно обратиться по вопросу рефинансирования ипотеки и за любой другой консультацией по жилищному кредиту. Этот центр ипотеки предоставляет полный спектр услуг и для населения, и для партнеров, которые помогут клиенту в режиме одного окна получить ипотеку, подать заявку, найти квартиру, подобрать объект недвижимости, оформить сделку, отправить документы на регистрацию, не посещаясь МФЦ и Росреестр, зарегистрировать безопасно с сервисом безопасных расчетов сделку, рассчитать продавца-покупателя. В общем, наш клиент останется максимально доволен. Сегодня в Первомайском районе Владивостока проживают несколько сотен тысяч человек. И открытие здесь нового филиала, по словам партнеров Сбербанка, поможет решить комплекс проблем в сфере продажи и покупки недвижимости. Чуркин уже перестал быть окраиной города, практически это центр города. Да, и хотим, чтобы он развивался намного динамичнее. Вместе с нашими партнерами максимально приложим к этому усилия и рады за то, что Сбербанк развивается в интересах своих клиентов, в интересах своих партнеров. Ставки по ипотеке в Сбербанке за последний год достигли исторического минимума. Все подробности о них можно узнать на сайте www.sberbank.ru, а также на специальном сервисе банка по поиску и покупке квартир в ипотеку www.domclick.ru. А получить жилищный кредит и другие услуги в новом офисе ипотечного кредитования на Черемуховой 7 можно с 9 до 19 часов с понедельника по субботу. Анна Бережная, Дмитрий Сухоруков, Максим Дудников. Новости на 8.